В Алаторе жители сетуют, в городском детском парке нет элементарных удобств. Да и вообще он давно не обновлялся. Есть нарекания и качество дорог, многие из них не ремонтировались десятилетиями. Центр управления регионом Чувашской республики контролирует выполнение таких обращений. Парк «Сказка» – любимое место отдыха еще с тех времен, когда мамы маленьких алаторцев сами были детьми. Говорят, раньше было больше развлечений – карусели, качели. Хорошо бы было их восстановить. Все, что комфортабельно для детей, конечно, хотелось бы, чтобы все игральные зоны были обеспечены. В администрации «АЛЛАТРА» поясняют, парк «Сказка» – одно из общественных пространств, включенных в рейтинговое голосование по программе «Комфортная среда». Проект готов, он предусматривает зонирование парка и создание мини-инфраструктуры. Кстати, многие алаторцы уже проголосовали именно за «Сказку». Что касается ремонта дорог, он идет полным ходом. Наша съемочная группа увидела, как ведутся работы на улицах Хмельницкого до пересечения с Гагарина. Ведется строительство съездов, устройство корыта на существующей дороге. Также будет уложено 16 съездов с твердым покрытием. Освещение будет с двух сторон. Уже начинает монтаж столбов. Также будут на всю длину протяженностью 1600 метров тротуар. Тоже с твердым покрытием, с поребриком, с бордюрами. В Алаторской городской администрации отмечают, интернет очень удобен для обратной связи с жителями. Большая часть обращений приходит именно таким путем. Кроме того, жалобы и претензии выливает и система инцидент-менеджмент. Существует портал обратной связи, где жители города могут написать в системе интернет свои пожелания о работе администрации, о выявленных недостатках в управлении, образовавшихся проблемах. В соответствии с этим мы в течение суток пытаемся отреагировать и устранить данные нарушения, максимально помочь жителям. Если данная проблема не удается разрешить в ближайшие сутки, мы включаем ее в план работы и отвечаем жителям, когда приблизительно мы постараемся выполнить или устранить данные замечания.